Тест-системы для диагностики коронавируса поступят в регион уже на следующей неделе, а персонал первичного звена научат выявлять заболевания. Об этом на пресс-конференции сообщила главный санитарный врач округа Людмила Нечепуренко. Сегодня на Ямале работает 12 инфекционных стационаров. При необходимости будут развернуты и дополнительные койки. Также в больницах есть необходимые противовирусные препараты, но главным будет точно поставить диагноз. Диагностика будет осуществляться в наших лабораториях. Это ПЦР-лаборатории наших филиалов Центра гигиены и эпидемиологии в городах Салехар, Ноябрьск, Уренгой. У нас специалисты имеют соответствующую подготовку. Они у нас подготовлены. И наши лаборатории имеют соответствующее разрешение по работе с этим возбудителем.